Воскресенску. Мы перешли на сторону народа. Крым! Крым! Ни в коем случае не применяйте оружие против народа. Как меня понял? Всем. Радан, Париж, Крым, говорит Воскресенск. Мы перешли на сторону народа. Не применяйте оружие против мирного населения. Как понял меня? Прием. Предатель, козел вонючий. Не торопитесь, может, это поставили специально. Кто такой Воскресенск? Козел! Мало сказать, что козел! Не козел!
вечернее заседание 10-го внеочередного съезда Руслан сказал, что к столице движутся войска. Как поняли меня? Какие войска? Прием. Понял хорошо. Сказал, я не знаю, будут ли они выполнять приказы Дунаева или приказы Грачева. Как слышите меня? Понял. Видимо, не Грачева, а Отчалова или Грачева, да? Грачева. Как поняли меня? Отчалова или Грачева. Понял хорошо. Вот. Сказал, что будем работать всю ночь и все утро, как поняли. Хорошо, будем работать все утро, так. Останки нам взято, как поняли. Останки нам взято. Водителем администрации вы назначите. Понял. Председатель Краснопресненского райсовета, как поняли меня. Александр Шелков, да, Александр Шелков, понял. Краснов, Краснов. Краснов, Александр Шелков, понял. Руководитель администрации президента, да? Правильно? Поняли. Ответил свою. Всю фразу не понял, Дима, повтори. Сцены почти память тех, кто пал, так сказать, за Конституцию, как поняли меня. Участники заседания съезда почтили память тех, кто пал за Конституцию. Понял хорошо. Ну и дальше объявление, что Ельцин оказался фашистом. Сейчас у Агафонова собирается рабочая группа, руководители фракции, как поняли. Понял. Так, сейчас, заседание съезда прервано пока, да? Когда будет повторное заседание, я не знаю, объявят по радио 117. Точно, точно, точно. Со стороны Ботанической улицы машины подходят. Пока не знаю, чьи. Павел, как определите, скажете. То есть автомашин подошло, заезжает, что сел. Грузовые, да? Да, грузовые, зеленые. Понял. Можно наш, возможно их, я не попомню, значит. Что они, какие действия, понять можно было. 17, они заезжают на территории, через центр. Понял вас. Тертиш. С какой стороны заезжаем на территорию телецентра? Стороны Ботанической улицы. Перенесите, посмотрите. Он находится на крыше, тем, что получил обзор, было видно и не блокировано, то мне вам не сможете передавать информацию. Понял, ноль, пусть находится там. Я 117. Приехал еще два автобуса. Видимо, поддержку митингует. Мы понимаем это. Я сейчас пишу. Слушаю вас. Сколько у вас танкина и как они ведут себя? 400 человек. Пока ведут себя спокойно, видимо, поджидают основную массу. Ноль. Я 117. Слушаю, 117. Машина на трех машинах входит в подъезд. Еще раз. То есть раз, и каждый год. 5-18. Понял, кто куда входит? Подъехавший на трех машинах. Машины остались в тыл. Больше нет. Видимости наши. Мы уже пропустили. Спокойно. Спасите, дорогой. Скажите, народа. Веревочку плывет, там ее расстреливает. Правильно делает. Рудской козел. Эх, отход. Колон автомашин. Разные направления. Одна уехала на набережную, другая на Садовое кольцо. Нагружены людьми с оружием. Значит, нагрузку для движения колонны сюда, потому что милиция вернулась, которая должна была встречать. Так как там на пути становится колонны людей, толпы людей, которые вооружены камнями, подручными средствами, которые могут Наверное, он поэтому к тебе не подходит. Поэтому...
ты мне говорил. Как понял? Как понял, значит, с вами пилот связался тоже еще да. Они переходят в мое распоряжение. И железная дорога, и выстрел. Понял, вот. Ставить железная дорога. Выстрел, еще раз поверь. Ну, просто что-то мне передание пойдет.
Oh no.
каналы телевидения почти все. А в курсе, в курсе. Хорошо, на связи. Вас понял. Буквально 3 минуты назад я слышал частую стрельбу у второго здания.